Опухоль кости – это тупик? Есть ли возможность выхода из него? Люди, которые задаются этим вопросом, испытывают страх, воспринимая диагноз как приговор. Онкоортопедия – как залог сохранения качества жизни. Доктор ответит на все ваши вопросы. 12 октября. В студии врач-ортопед-хирург онкодиспансера Виктор Иванов. Программа «Звоните доктору». 12 октября в 18:15 на телеканале «Самара ГИС».